Взял. Вот просто только видел, как он выскочил. Выскочил, заморгал. Зачем, спрашивается? Может быть, тот быстро летел за скорость, не знаю. Ну вот время у нас уже практически 9 утра. У нас аппойнтмент сегодня на 10 утра разгрузится. И вот он вот здесь, как всегда, сидит. Все, мужики, так что всем привет и погнали работать в этот прекрасный дождливый день. А день у нас сегодня среда. Это как раз середина недели. Запускаем нашего коня. Пускай помурлычет 15 минут, прогреется. Ну и в путь дорогу. Ну а как же? О, самолет. Все загорелось. Горить. Горить огнем, сверкает. Все. Впереди, как всегда, Civic. Нет проблем. Объедем, не трамвай. Ну что, братва, мы уже разгрузились. Ту же самую дорогу я не стал снимать. Все у меня, вся эта дорога была день назад, буквально, да, перед Сиэтлом. Вчера был Сиэтл, а позавчера у нас была вот такая же разгрузка. То одно и то же я снимать не буду. Тем более были хорошие кадры. Картинка в картинке, я в салоне, камера на контейнере. Всю дорогу засняли красиво. Рекомендую посмотреть, если кто не видел. Если кто не катался на контейнере со мной, посмотрите, забегите. Камеру на лобовик не стал вешать, так как у нас сегодня щетки. Щетки, желтая полоса. Хороший был, кстати, вопросик про желтую полосу, там, разделительную полосу, там, любая полоса, все, что начерчено, то начерчено не для меня. Перефразирую свою фразу. Не то, что не для меня, не для тракистов. Если тракисту надо куда-то повернуть, куда-то заехать, откуда-то выехать, и он не помещается, он сделает все, чтобы ему выехать нормально. Ну, здесь все это понимают. Другая страна, другие люди. Вот сколько вы мне пишете, да, комменты, что на встречную выезжаю,
И вся встречная встает, меня пропускает. Не то, что там я король на дороге. Все понимают, что мне надо большой радиус взять, чтобы повернуть в узкую куда-то улицу, да? В узкой улице становится уже далеко, меня пропускает, ждет. Вся встречная остановилась, меня пропускает то, что я уже взял, да? Выехал на нее и поворачиваю вправо. Машины уже не подлазят под меня, то, что они видят повороты, моргают по правой стороне. Все движение останавливается. Никто никуда не торопится, никто никуда не лезет. Но и у нас тоже, без таких людей, не буду называть их плохими именами, не обойтись, они тоже есть. Тоже подлазят тебя под правый бок, когда ты заворачиваешь вправо. То надо смотреть в оба, а не в один. Так что всегда смотрим в оба. Вот, допустим, справа мне сейчас надо будет направо переходить. Справа у нас карпул, да? Впереди у нас желтый-красный загорелся. Я себе еду дальше, не смотрю на светофор, не обращаю внимания. И вот мы заехали на карпул-линию, где только можно двоим. Я заехал на траке, так как впереди нас уже нам надо вправо уходить, так? И линия. Линия до светофора очень длинная. И уже сзади меня по правой полосе по карпулу гнал самосвал. Я вот за ним наблюдал, чтобы на него не перестроиться, так как он намного раньше всех перестроился и хотел всех обогнать по правой полосе, в которой вообще нельзя еще ехать. Она называется карпул. Ты можешь ехать с пассажиром, ну или с тремя пассажирами, ну не один. Вот такие правила. Это у нас 99-я хайвей. Карпул идет по правой полосе. Так как она специально сделана справа, так как здесь ходит автобус. И карпул — это реально линия сделана для автобусов. И автобус себе останавливается спокойно на каждом остановке. Подбирает, высаживает людей. И он нам не мешает, так как мы все идем в двух левых полосах, а автобус идет по правой полосе, по карпулу как бы. Вот такие немножко объяснения за наши. Вот он, этот самосвал догоняет нас слева, все колеса опущены, полностью груженный. Такие-то дела у нас уже среда, как я сказал, середина недели. Мы под этот светофор не успеваем, так как уже стрелка загорелась. Хотя нет, еще вон 5, 4, 3, 2, 1, желтый. Погнали. У нас тут просто, когда рука моргает, начинает для пешехода, то там потом начинает отсчитывание. С, по-моему, с 20, что ли, отсчитывается назад номера. Если ты их сдалека видишь, как у меня зрение, как у орла в 50 лет, то я эти вижу. Она начинает отсчитывать. И я увидел, что она уже на семерочке. И думаю, значит, у меня еще 6 секунд есть. По коробке и погнал. Как раз высчитываешь, сколько тебе занимает до светофора, так как там камера стоит. Вот на этом светофоре именно камера стоит слева. И как только ты проскакиваешь под желтый, она начинает щелкать. Но так как мы летим на траке, и только-только желтый загорелся, то она нас не фотала. Ну еще слишком рано. Короче, под желтый, если проскакиваешь, это нормально в Америке. Но когда уже только-только красный загорелся, и ты эту линию пересекаешь на машине, на траке, камера начинает срабатывать, начинает щелкать. И с этой камеры у нас уже с женой 2 тикета. И потом тикеты присылает на мое имя, так как машина зарегистрирована под моим именем. Жена один раз проскочила, а другой раз направо. Повернула направо.
с калифорнийским стопом. Калифорнийский стоп — это значит приостановился и поехал дальше. А в Вашингтоне надо останавливаться, досчитать до 3 секунд. Остановился, раз, и два, и три, и потом можешь ехать. А если ты приостановился и погнал, смотришь, что машины тебе нету, позволяет все, тебе сразу приходит штраф. Тикет — это штраф. Запомни, дядя Вова. Все, записал, запомнил. Только получается, тут помню, а тут не помню. Вот, вот смотря куда записал, в какую сторону. Все, мы уже на 5-м фривее вышли. Дождик не останавливается. Дождик должен быть сегодня на целый день. А вроде как завтра опять должен солнышко выйти. Ну это мы поживем, поглядим на их поведение. Павел Тема, спасибо за подмеченные комменты. Хоть и нам Пепси до сих пор за рекламу не платит, а уже должна. Я уже за свою жизнь сколько Пепси выпил галлонов. Тон, а не галлонов. Хоть она за нам не платит, за нашу рекламу, но мы все равно ее глушим. Без нее никуда, даже с дома не выйти. Так, время 10:10, а у нас еще пробка, у нас еще тормозят. Работники лентяи на работу едут, ну такие как я. На 10 утра у меня сегодня был appointment. Это вообще, я уже спал, уже валялся. Встал, пошел кофе пить. Начал YouTube комменты читать под кофе. Опять комментики такие пошли, которые мне не нравятся. Скажи что-то — одним не нравится. Не скажи что-то — другим не нравится. И вот начинается. Хотя я сказал, я пост сделал, если кто-то не видел. Посмотрите и не обижайтесь, так как мне не все равно. Мне не все равно и за ту сторону, и за эту сторону. Так что не надо вот это вот, да, в одну сторону уперлись и все. А мне все жизни важны, не только черные, как у нас в Америке демократы говорят. Только черные жизни важны, а остальным, на остальных им наплевать. Я не такой человек. Я за всех, и я за мир во всем мире. Так что не путайте себя со мной. Кто такие комменты пишет? Мне вообще уже надоело такие комменты читать. То ли надо с Ютубом завязывать, то ли что. Очень много гнилого народа. У тех беда получается, эти смеются. У этих беда, те смеются. Здесь ничего смешного нету. Это я сейчас вам обоим говорю, кто вот эти комменты поддерживает. Ничего смешного. Мы с женой плачем, молимся, чтобы это все остановилось. А им смешно, когда у кого-то беда. Народ, что посоветуете? Остановить YouTube, пока это все не закончится? Что для кого-то праздник на улице, а для кого-то огорчение и беда. А мне надоело уже таких блокировать. А люди что-то просто злые нынче пошли. Неохота даже для таких снимать. Вот кто под этим видео напишет какую-то гадость опять, блокирую сразу. Надоело все это. Лучше напишите, продолжать снимать. Ха-ха, дядя Вова говорит, привет. Sky City. Обнял, поднял, покружил, поставил на место. Красавчик. Просто красавчик.
Напиши, как тебя зовут. А то ты постоянно машешь меня. Так, камеру вот так поставлю. Синий Freightliner Sky City. Напиши хоть пару слов, как тебя звать. О, о. Улыбается, молодец. Привет тебе огромный. Так, народ, у нас сегодня с собой, я уже доедаю свою булочку. Серьезный такой сэндвич у меня. Короче, застрял я на ланч. Ланч это у нас обед. И босс говорит, груз подогнали. Ну, тяжелый. 50 тысяч паунтов внутри только в контейнере, в сороковке. Плюс сороковка 10 тысяч паунтов. Плюс часть 10 тысяч 500. Плюс у нас трак 19,5 до 20 тысяч паунтов. Смотря сколько солярки в баках. Солярка тоже тяжелая, так как у нас 300 галлонов баки. По 150 каждый бак. Вот и считайте, сколько это будет. Ну, ехать в город Кент, где наши кенты живут. Так что это недалеко. Полчаса езды. Но если вторую турбу подсоединить, поддать жару скипидару, то за 25 долетим. Как-то так. Все, у нас на улице дождик идет такой, знаете, все серое. Возле Сиэтла стою, даунтауна. Время 12:26. Уже как полчаса кушаю. Помаленьку комментарии прочитал, полайкал. Значит, комментарии всегда бегают. Почему у пакера, да, который нас загружает, нас грузит, почему у него эти полоса на колесах? Кто-то пишет, чтобы его видели, когда он начинает крутиться, да? Ну, когда он начинает назад сдавать, у него сразу пипикалка это работает. Вот сколько я загружения, загрузки снимаю, да, вы слышите, да? Он такой пип-пип-пип, его просто надо быть глухим, чтобы не услышать, во-первых. А почему никогда? Вот никогда я даже об этом не задумывался, то, что он мне как бы не надо, да? У меня к вам вопрос, откуда у вас такие вопросы? Оно вам надо? Почему на нем на колесах нарисованы полоски белые? Или желтые, даже уже не знаю, какие они там. Мне как бы до лампочки, что они там нарисованы. Если вас интересует, гугля-мугля вам в помощь. А у меня ответа на такие вопросы нету. Поэтому я вам не отвечаю. Но тут уже не первый раз я это слышу. Думаю, неужели вас это парит? Почему на колесах у них не все гайки закручены? Вот это меня бы парило. А что там нарисовано на колесе, на резине самой? Народ, добро пожаловать в 30 век. Нам до лампочки. Вот так, я сейчас вам Сиэтл покажу, какой он сейчас, сегодня. Сегодня мы бы с дрона бы уже бы не полетали при такой погоде. Вчера был хороший день. Кто не видел вчерашний видосик, мы Сиэтл облетели с дрона, засняли красоту наконец-то. Первый раз на моем канале на дроне Сиэтл заснял. Обычно такому снимаю порты. А тут опа, Сиэтл. Так что смотрите, расскажите, что почем. Что вам еще заснять? Один пишет, говорит, корабль засними. Ну сверху контейнера просто будут стоять и все. Что тебе контейнер заснять сверху? Напиши еще раз, я прикола не понял. Контейнеровоз ему сверху надо заснять, облететь. Ну просто ровные контейнера сверху стоят и все. Ну да ладно, такое дело. Я вам лучше вон гуся засыму. Как он так важно ходит себя по порту. Ну и лонгшорман вон встал, на море смотрит. Инджоится тоже. Значит, народ, вон кораблик передвигается. Мы на нем катались с семьей. Просто на острова следующие передвигает вас, так как здесь островов очень много. И с этого главного материка на остров везет вас. Классная штучка. Ну вот такой Сиэтл у нас, что практически его
и не видно, как в тумане. Все затянутое небо. Дождик идет. А кто про завтрак мне написал, то спасибо. Я вот уже завтрак не ем. Я ем вчерашний. Так как это было приготовлено сегодня, значит, это вчерашник. А вчерашний борщ оказывается вкуснее, чем сегодняшний. Цибульки нарежь себе. Ребят, я это все в 90-х годах, когда начинал так в бизнесе, в 96-м, я это уже рассказывал. Была такая тема. Все вместе куда-то едем. Кто яйца вареные брал, кто сало, кто колбасы. Всегда цибулька у кого-то была. Итак, приезжаем куда-то, останавливаемся на ресторе. Накрываем стол. Кто что взял, сидим, хаваем. Потом это все надоело. Потом мы начали ездить в терияки. Так, и так напаркуем, там была парковка классная. Кушали все терияки, уже забыли про сало. Уже всем оно надоело, оно уже вот тут сидит. Только не так, а вот так, да, она показывает. Вот тут сидит, уже в горле. Жена эту колбасу покупает или сало, я уже смотреть на нее не могу. Охота что-то где-то остановиться, горяченького взять. А с собой этот борщ тягать, да он мне дома уже не лезет. Так, друзья майны, значит, Балтимор мостик, в который нечаянно кораблик разгрузился в Балтимор порту в 13-м, да? Чтобы вы понимали, где это Филадельфия. Вот я это все проезжал, через Филадельфию ехал, спускался вниз по 95-й. Вот где Брукссайд, вот эта вот толстая, широкая дорога, это у нас 95-я. Вот она, широкая дорога. Вот где Рузвилл написано, да, Роуздейл. Это у нас 95-ка. Вот я по ней спускался. Вот у нас город Балтимор. Мост находится, вот он, где синий обозначено. Понятно, да? Вот в этом месте он обвалился. 695-й хайвей. По-моему, не 895-й. 695-й. I-695-я. 795-й у нас. Вот он. Baltimore Harbor Tunnel. Это у нас туннель. А я по 95-ке ехал вот в этой туннеле. Ford McHenry Tunnel. Короче, там была туннель, и они в 77-м году в марте открыли вот этот. Вот этот мост построили. Так? Кстати, он даже вот уже на карте, его уже нету, он уже поломатый. Быстро они это самое сделали с него. Значит, а вот в этом порту, вот в этом порту разгружался корабль Пир 13. Разгрузился, сделал Юи, развернулся. Кто видосы смотрел, тот знает, о чем я. Развернулся и поехал в сторону вот сюда, к этому мосту, уже сам, без проводных этих, как они называются, маленькие буксиры. Обычно два у нас катера завозят их в бухту. И все, они его уже отправили самого, и у него отключился свет. У него отключилась power, генераторы что-то у него встали. Два раза. Вот когда первый раз они у него остановились, выключился свет по всему кораблю, и он стал неуправляемый. То, короче, они позвонили, сообщили, куда надо. Mayday, mayday, у нас такая проблема, мы не можем корабль остановить, не можем им управлять. Так, и благодаря, что они это сделали, Балтимор
успел полицейским сказать, чтобы они заблокировали этот самый мосты с обоих сторон. Сколько там машин пошло в воду? По-моему, 4 машины, 20 человек, да, по-моему, ушли в воду, пострадали. Так, не знаю точных деталей, я не помню. Короче, вот вам мост, вот чтобы вы представляли, где он находится. А я ехал по 95-й, спускался вот сюда вниз, вез груз в Вашингтон, DC. Где он у нас тут? Вот он, DC. Вот он, Вашингтон, DC. Вот здесь я с вами был. Кто хочет посмотреть, как я туда ездил, то у меня на Инстаграме. На Инстаграме прям написано Washington DC, и там короткие видосы у меня стоят. То мы парковались вот здесь. Короче, вот она, Constitution Avenue. US Capitolia, вот она. Я не помню, если я по второй улице ехал или прям вот здесь добирался до них туда. Independence Avenue. Потом сюда направо свернул. И потом на Constitution Avenue Northeast налево свернул. И вот здесь хлопцы все наши сидели. Барбекю жарили. И я потом вот здесь где-то справа. Во! Вот и вот эта развилочка улицы подходит. Я вот здесь справа как раз парковался. Прям с флатбедом. Вот было дело. Значит, народ, Балтимор, город это в штате Мэриленд, это на другой стороне, на нью-йоркской стороне, Вашингтон, DC, вы уже поняли, да? Где проходит 95-я фривей по тому побережью Америки. Ну, что я могу сказать? Значит, в 113-й порт, я думаю, что уже туда не попадут корабли, пока это все не уберут. Я так думаю. Как только расчистят весь этот мост, вытащат кранами, уберут, то, я думаю, корабли опять будут приходить туда. Так как они в буквальном смысле туда попадают, под этим мостом проходят. И все, он должен был, по сути дела, посередине моста идти. По-моему, ко мне уже Пакер едет. Ха, будет здорово. Тогда я завожу. Время 1:54. То есть, а куда это Arrival мне пишет 1:54? Я же тебе ничего не говорил. Да, ко мне Пакер подъезжает. Все, заводимся. Запустились они, завелись. Вот дает, а. Так что будет ли у нас больше работы от этого? Какой-то прибыль мы от этого получим? Нет. Опять же таки, только жалко людей, которые пострадали в этом невинные. А так, на том побережье есть куда кораблям приходить. Не будет же корабль, который груз туда вез, на ту сторону Америки, приходить сюда, а потом его транспортировать на железную дорогу, да? Так как траками вот задали вопрос, да, вот только сегодня читал. Ходят ли контейнера со штата в штат? Да, ходят. Именно мы обслуживаем Вашингтон, Орегон, Айдахо и Монтана. Вот эти наши порты обслуживают все это побережье. На этой стороне, как бы, да? Раньше, я помню, в Калифорнию ходили, я не знаю, что, но год какой-то был у нас, 99-й, 2000-й, я помню. Ребята на Калифорнию только и поливали. То ходят. В Техасе кто грузится, да, то там тоже пару штатов обслуживают. А так, когда идешь по всей Америке, вот по 80-ке, то контейнеров в основном не наблюдаешь. По всей Америке они распространяются на
на железной дороге. А потом уже с железки подбирает так же самое нашинский. Вот мой брат младший, да, который на Синей Волге ездит, то он работает как бы в порту, но там порта нету. Он работает на железной дороге. Также возит контейнера. Так что в Южной Каролине тоже есть работа на контейнерах, кому интересно. Ну а второй мой брат, то там на этом самом работает, который на Геше ездит, то он все пытается попробовать. Уже что только не делал, за это ему респект. Все хочет попробовать. Уже и флатбеды потягал, уже и степдек сейчас свой приобрел. Теперь его накрывать хочет. Там очень много металла, его надо торповать на той стороне Америки. Так что хочет степдек торпануть и все, чтобы был как у Димы Малаш. Малыш, извиняюсь, Дмитрий. И все, и будет тебе счастье, как дядя Паша говорит. Ну, а я пойду доги закрывать, буду инджоиться, как наш батюшка говорит. Ну что, народ, выскочили с порта, время 1:59. Заходим на 5-й фривей, с 5-го порта выскочили, на 5-й фривей заходим. Поняли? 5-5. Всем даю 5. Завтра с матерью опять. Ну, по сути дела, у нас завтра будет голяк. Я не знаю, если мы этот контейнер успеем привезти и сдать, когда разгрузимся. И если нет, то завтра придется его везти, просто сдавать. Справа машина нас пропускает или нет? Тут заход с обоих сторон. Мы слева вливаемся, и машина справа. 2 часа время, уже впереди тормозят. Что это такое? У нас же впереди гора. Давай, погнали. Расталкиваем. Так, вторая турбинка подхватила. И газ сбросили. Впереди некуда лететь. Ну да ладно. Потихонечку, значит, заползем. Да, уже пробочка, а? 2 часа и все. И все. Обороты уже 1200. 1250. Смотрю, разгоняется. На низких оборотах. И все равно потихоньку разгоняет. Не хотел его насиловать на низких оборотах. Хотел уже на 8-ю переключить с 9-й. Но смотрю, он разгоняется. Разгоним его на 9-й. И вот она, сопочка у нас кончилась, так? Значит, вес у нас 80 показывает, а должно 68, как-то так. Мы уже разгружаемся, вот сидим, тут траки понавалили возле меня, паркуется, намажно страшно. Короче, разгружаемся, там посмотрим, может, еще время будет сдать его сегодня в порт. Шпарим, дождик шпарит, так красиво поливает. Так, ну что, время у нас 3:19, нам надо 4 порт успеть пустой сдать. Разгрузились, наваливаем назад в Сиэтл. Нас тут ставит, а другой нас разгружает с этой стороны. Как-то так, разгружаемся, погнали домой начинать наши длинные выходные.
телефон. Ну все, антенны сняли. Сделал дело, гуляй смело. Все, братва, мы с вами закончили эту нашу рабочую неделю. Три груза затянули по месту. Это очень-очень плохо. Ну, будем надеяться, что следующая неделя будет лучше. Радуга просто шикарно вышла. Красава. Без комментариев. Просто еду, наслаждаюсь дождиком и пробочкой.